В сфере ЖКХ пристальное внимание. Она традиционно в нашей стране считается одной из самых непростых. В сложных вопросах жилищно-коммунального хозяйства жителям республики помогают разобраться эксперты из Москвы. Сегодня в столице Чувашии состоялся республиканский семинар для руководителей управляющих компаний, председателей ТСЖ и специалистов организации ЖКХ. Его проводит Ассоциация предприятий ЖКХ Чувашской республики. Новые законы, изменения тарифов и правил оплаты коммунальных услуг. Не успеваешь уследить не только за нововведениями в жилищном кодексе, но и разобраться во всех их тонкостях, признаются слушатели этого семинара. Именно поэтому в последние годы учебу стали проводить чаще, раз в 3 месяца. Об этом просят сами управляющие компании. На федеральном уровне, на республиканском уровне по ЖКХ принимается множество нормативных документов. Как раз на этих аналогичных семинарах мы всегда их рассматриваем. Программа разработана по просьбе, по требованию наших управляющих компаний, руководителей, специалистов предприятий коммунального хозяйства. Такие семинары организует Ассоциация предприятий ЖКХ Чувашии. Проводятся они уже больше 6 лет. Слушателей с каждым годом становится все больше. Только в этом их собралось около 100 человек. Больше 7 часов лектор из Москвы помогал жителям Чувашии разобраться в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Это очень поучительно, потому что не каждый управляющий компанией имеет возможность выехать в другие города, проводимые вот эти семинары. Проводят семинары настоящие специалисты своего дела. Это эксперты Академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Анастасия Евгеньева, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.